Ну так, у меня были другие, как сказать, другие ситуации. Упражнения, может быть, и небольшое. К стандартным базовым упражнениям разминки теперь добавилось еще одно, скорее вынужденное. Реабилитацию проходил за границей, в Австрии, там лечил колено. Там же вернулся к тренировкам. Нагрузки, правда, были минимальны. Созванивался с личным тренером Сергеем Клевцовым по нескольку раз в день, уточнял, правильно ли все делает. Правильно. Теперь, как здесь говорят, началась полноценная работа. Нет, крест на сезоне ставить мы не будем, это 100%. До соревнований еще есть время, еще месяц мы можем спокойно готовиться. А дальше будет видно действительно, как пойдут дела, как вообще я буду реагировать на нагрузки уже на настоящие. Всего у меня болит по чуть-чуть, это все где-то, тут уже сейчас мне, например, не понять, это старая травма, или это последствия падения, или это все вместе. Это теперь, наверное, самый страшный сон Шубенкова и его болельщиков. За пару метров до финиша спотыкается главный соперник последних лет Аммар Маклеод. При этом ямаец, как бы невзначай, цепляет соседа Шубенкова. Падают оба. После такого полета барнаулец оказывается первым на финишной черте и автоматически в лазарете. Отменили все старты в июле. Это, конечно же, было вынужденное решение. Помимо графика выступлений, скорректированный график тренировок. Травма, вне всякого сомнения, мешает. Нагружаемся мы все равно как бы точечно и выборочно. И гораздо больше времени требуется на разминку сейчас, для того, чтобы как бы завести себя в то состояние, в котором он может выполнять хотя бы ту работу, которую мы сейчас, в принципе, не можем не выполнять. Если мы имеем в виду этот сезон, все-таки как-то на него рассчитываем, а не заканчиваем, тогда вот как-то так. Большое возвращение наметили на вторую часть августа. Там пройдут забеги на этапе «Бриллиантовая лига». Не забывают про чемпионат мира. Это будет главный старт сезона. Побегут в конце сентября. Говорят, это и хорошо. Есть еще время, чтобы подготовиться. То ли в шутку, то ли всерьез. Сергей Клевцов предложил Шубенкову вернуть былой имидж. Уверяет, тогда фарт точно вернется. Все плохо. Вот все плохо идет. И... Нет, это не из-за бороды. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Спасибо.